посмотреть матч в тапочках и поболеть за любимую команду можно, конечно, и дома, но в компании фанатов игры всегда веселее. Своих болельщиков баскетбольный клуб «Химки» любит и ждет. Сегодня на паркете пижамная вечеринка. Удобные пуфы, огромный экран и матч Евролиги против Баварии. Не оставляем ребят без поддержки даже за 2500 километров. Игра в Мюнхене обещает быть жаркой. Сбор болельщиков в БЦ «Химки» в 21:00.